Доброго времени суток, дорогой друг! Приглашаю тебя на канал Футбол ТВ, который посвящен играм серии PS и FIFA, Лиги и Кубки разных стран, Лига Чемпионов, Лига Европы, матчи сборных. Подписывайся и наслаждайся просмотром. Ссылка в аннотации и в описании под видео. Не бойся. Понимаешь, я вышел почти 67 дней назад. Но иной раз мне хочется вернуться туда. Утром звонила женщина из проекта «Невиновность». Хотела узнать, как у тебя дела. Первые пару месяцев самые сложные. Затем с каждым новым днем все начинает обретать больше и больший смысл. Дай время. Вам помощь нужна? Позвонить кому-нибудь? Помогите мне. Помогите! Мэм! Мэм! Фильм — участник кинофестиваля Sundance. Ты только посмотри. До сих пор неизвестны все подробности расследования убийства сержанта Лонга. Продолжаются поиски его жены. Дорис Лонг, возможно, подозреваемая, или еще одна потенциальная жертва. Его второй шанс. Мистер Ланди, неразумно поворачиваться ко мне спиной. Вы должны были еще в тюрьме это уяснить? Что это такое? Полицейской работой занимаюсь. Он достаточно пережил. Чудовища не исчезают, они попросту прячутся в шкафу, пока не проголодаются. Ее последняя надежда. Почему вы мне помогаете? Ваш муж, я знал многих, таких как он, они не останавливаются. Кто вы? Вы не знаете, за что меня посадили? Нет, на это мне наплевать. Мы друзья? Холбрук поистине феноменален. Роль прорыв и не меньше. Я кое-кого знаю, он сможет нам помочь. Назад! Сколько людей с тобой? Только она. Великолепное творение. Раздвигает границы того, каким может быть фильм-участник фестиваля Sundance. Тебе больше не обязательно сражаться. Слишком многие нас ищут. До тебя у меня не было ничего. Имя между Моссой и Холбруком заставляет экран вскипеть. Когда я думаю о тебе, я просто покидаю это место. Полиция, откройте! Мы справимся. Мы справимся. Бойд Холбрук, лауреат Золотого Глобуса Элизабет Мосс, лауреат Оскара Октавия Спенсер. Все, что мне нужно, это представить твое лицо. И я тут же попадаю в свободный мир. Свободный мир.